Приветствую вас. Знаете, мне думается, что ситуацию можно обрисовать примерно так. Дружба между мужчиной и женщиной возможна в том случае, если у каждого из них есть свой партнер. Да, то есть организованные любовные отношения, да, вот, человек состоит там, условно говоря, в паре, вот, и у него есть стабильный постоянный партнер, вот, отношения с которым хорошие у конкретного человека. Вот. И, соответственно, в таком случае дружба более чем возможна. В таком случае. Вот. Потому что и мужчина, и женщина в данном случае воспринимаются друг другом исключительно в контексте личностном. Это исключительно личностно. Вот. А в остальном случае, если такого нет, да, то есть если мужчина и женщина не находятся в паре, ну, не являются у них обустроенными, либо там семейная жизнь, либо любовная, да, вот. Если этого нет, то, соответственно, да, в таком случае, конечно, можно говорить о том, что дружбы между мужчиной и женщиной в данном случае быть не может никак, потому что так или иначе будет какая-то попытка реализовать свои потребности, которые есть, которые, в принципе, вполне естественны, вот, через друг друга. Вот. И я не думаю, что это плохо как-то, я не думаю, что это как-то негативно, я думаю, что это скорее нормально. Вот. Я так думаю, что это нормально. Но просто дружба между мужчиной и женщиной, между мужчиной и женщиной может быть ситуативной. Вот. А исключение составляет история и момент, когда люди изначально дружат. То есть, когда у них сами отношения выстроены так, что они дружат. То есть, ну вот так вот у них сложилось. Да, могут быть отношения там
с детства, да, это может быть, могут быть там какие-то условия и прочее, прочее, прочее. Когда человек просто не может восприниматься другим человеком, как что-то больше, чем друг. Так и вот могу быть исключение. В остальном, если люди не устроены, или если кто-то один не устроен, вот, тогда будет существовать вероятность того, что там в отношениях будут элементы, ну, элементы не дружеские. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Опять же, чтобы не было каких-то недопониманий между нами, да, я хотел бы сказать очень важную вещь. На мой взгляд, очень важную вещь хотел бы сказать. То, что обустроенность считается таковой, в том случае, если значит, отношения построены на любви между одним из людей, которые стоят в дружеских отношениях, вот, и его партнером. Если это не так, то сами понимаете, это не работает в таком случае. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.